Квартирні крадіжки на Осокорках. Щойно послабили карантини, люди вийшли на роботу, як активізувались і хатні нишпорки. На вулиці Бажана обчистили одразу кілька квартир, багатоповерхівки. Те, що ви бачите зараз на світлинах, це мітки, які мешканці познаходили вже коли почали пильніше придивлятися. Скоби, а подекуди навіть крейдою намальовані позначки, виявили біля близько двох десятків дверей. Відеокамери зафіксували кількох осіб, які тікали з будинку сходами, але упіймати зловмисників поки не вдалося. Є вже настільки зухвалі крадії, які примудряються вдиратися в помешкання, навіть коли господарі вдома. Чому так почастішали випадки злодійства? Як вберегтися від проникнення зловмисника? Як діяти, коли така неприємність вже трапилась? Поговоримо із адвокатом Юрієм Білоусом. Він з нами наживо. Пане Юрію, вітаємо вас. За час карантину випадки злодійства стали частішими. Чи то криза штовхає людей на такі вчинки? Чи, може, ті, хто їде за місто, подалі від скупчень, недостатньо захищали своє житло? Так чи інакше, боронити своє майно треба краще. Як діяти у випадках, коли водій вдерся у житло при вас? Або якщо бачимо, що щось підозріле відбувається у сусідів, яка тактика? Якщо к вам, здравствуйте, во-первых, простите, если к вам в квартиру уже преступники вдираются, если это группа лиц или они с оружием, конечно, помнить первое главное – необходимая оборона. Это предусмотрено Уголовным кодексом, и здесь даже можно применить оружие, защищая свое жилье. Поэтому необходимая оборона – это как вариант, конечно, основной, первый, если уже такой жесткий, конкретный, прямой захват, то его нужно использовать. Что касается... соседи, допустим, что-то там такое подозрительное вам стало известно, конечно, вызывайте полицию, здесь ничего зазорного нет, ответственность вы нести не будете за ложный вызов, потому что если вы обоснуете, что да, были основания считать, что возможно что-то произошло, возможно кража, убийство, грабеж, разбой, все что угодно могло быть, поэтому полиция должна немедленно приехать. И если что-то произошло, открывать уголовное дело и начинать расследование. У них вообще максимум на это 24 часа. Если кража произошла, есть все признаки того, что да, это вот здесь было. Открыли уголовное дело и начали работать и расследование, как говорится, по горячим следам. Кстати, вы сказали, что возрастает уровень. А в мае месяце премьер-министр Шмыгаль и министр внутренних дел Аваков, они сказали, что уровень преступности на время карантина, за время карантина, он снизился. Снизились кражи, грабежи, разбои. А это все преступления против собственности, разные способы. Но, с другой стороны, очень сейчас, что может быть, когда вот особенно все дома сидели, это мошенничество через интернет. Поэтому особое внимание... тому, кому деньги отправляете, на какой сайт, на основании чего, известен, неизвестен, можно ли потом будет вообще доказать, что вы имели вообще какие-то отношения. А лучше всего только по факту получения наложенный платеж, никаких предоплат неизвестным лицам, выяснять происхождение товара, что за фирма, компания, зарегистрирована ли официально, налогоплательщик ли и так далее. Это, конечно, снизит до минимума риск стать жертвой аферистов и мошенников. А что касается квартирных краж, я бы советовал охрану нанимать. Охрана, сигнализация до 10 минут. Есть современные, классные, хорошие охранные фирмы. Приезжают, реагируют быстро. И это снизит точно до минимума риск квартирных краж. И обращать внимание на то, что камеры должны быть хорошо, если есть над квартирой. Хорошо, если есть в подъезде. Но важно понимать, кто их контролирует. Кто-то у вас там ОСББ, кто конкретно занимается их администрированием. Доверять в первую очередь самому себе и даже на консьержей тут не нужно сильно рассчитывать. Могут быть и сообщниками преступников. Поэтому самому себя защищать в первую очередь, охрана, смотреть, что с замком, не залепили ли дверной глазок, а может что-то подложили... під коврик, під... стежити за підозрілими мітками. Дякуємо вам, пане Юрію. Ви випередили всі мої запитання, тому дуже дякую вам за вичерпні відповіді. А я нагадую, що з нами наживо був адвокат Юрій Білоус з рекомендаціями, як вберегтися від крадіїв.